Казалось бы, у вас патриот новый, должен радовать глаз, но машина на повседневе, и поэтому происходят мелкие поломки. Сегодня заморочимся и, как всегда, снимем дверную карту. А беда произошла вот с этой вот кнопочкой. То есть все стеклоподъемники работают, но пассажирский не работает. Новый модуль я уже приобрел и хотелось отделаться малой кровью, а именно заменить его отсюда, потому что очень часто можно видеть, как он выпадает. Но, увы, назад он не особо сильно поддается, поэтому придется сейчас все же снять опять же дверную карту. Сейчас покажу, как она снимается. Все очень легко и просто. Достаточно, опять же, карточки от МВидео. Тут, по-моему, вообще все пластики и всякие такие элементы можно снять обычной карточкой. Для того, чтобы снять дверную карту, нам потребуется удалить пистон, снять накладку, за которую прячется два винта, убрать вот эту вот заглушку, и под дверью у нас прячется последний винт. Все, удаляем, и дальше карта нам поддается. Все очень аккуратно снимается. Ну, в принципе, вот и все. Все основные элементы, все крепежные элементы у нас удалены. Все, это вот на всем, чем держится дверная карта. Дальше у нас дверь крепится на пистонах по всей плоскости. И следует очень-очень нежными и аккуратными движениями ее отстегивать. В первую очередь не дергать за вот этот вот карман. Если мы присмотримся, он специфично припаян к дверной карте. В принципе, все. Погнали. Мне, в принципе, для разбора больше-то и не надо. Доступ у меня теперь появился к управлению. А вам покажу, на чем держится. На вот таких вот пистонах. Сразу говорю, езжайте в магазин, в любой, где есть запчасти на Жигули, и покупайте вот эти пистоны. Потому что по-любому при разборе-сборе все равно потребуется одну или две заменить. Хотелось по-простому, но не получилось. Как я и говорил, вот такие вот пистоны, две штучки, на сей раз отломились. Сейчас будем менять. Ну и проверяем. Замки упали. Работает. Зеркала я уже крутил, блокировка работает. Все. Все очень легко и просто. Вот. Сейчас пробег у меня 80 000.